Всем привет! Прежде чем начать рассказ о посылке, хочу напомнить о розыгрышах всяких полезностей. Как только будет 500 подписчиков на канале, так и начнем. Сегодня мне пришла флешка, запакованная в пакет с пупыркой. Внутри накладная и сама флешка. Здесь вот указана цена. И самое главное, это 5 лет гарантии. Ну и собственно к ней переходим. Приходит в такой упаковке. Сзади полезной информации нету. Ну а спереди вверху указано, что это SanDisk Ultra. Объем накопителя 128 гигабайт. И скорость до 100 мегабайт в секунду. Открываем. Здесь небольшой блистер с флешкой внутри. Обрезаем его. Все, флешку освободили. Блистер больше не нужен. А вот и сама флешка. SD-переходника в комплекте нету. Теперь давайте посмотрим, что получилось по тестам. И соответствует ли она 10 классу. Для достоверности результатов теста будем проверять на винде и на macOS. Подключаем флешку напрямую через SD-адаптер к компьютеру. Все цифры и спецификации на экране, а также будут в описании. Полезный объем флешки показывает на Windows 119 ГБ и на Mac 127 ГБ. Что касается скорости чтения и записи, проверим несколькими программами. Crystal Disk Mark и аналогичная для Mac показывают одинаковые результаты. Чтение 88 МБ в секунду и запись 25 МБ в секунду. Написано, что флешка класса 10, а это значит, что она должна записывать со скоростью как минимум 10 МБ в секунду. Для сравнения, программа Disk Speed Test показывает такие же показатели чтения и записи. Ну и в самом низу можно наглядно посмотреть скорость записи на флешку и с нее. Файл размером 7,94 гигабайта. На Маке скорость примерно такая же. Нужно помнить, что куча мелких файлов такого же объема будут записываться с меньшей скоростью. А также, если вы будете использовать картридеры для подключения флешки, то показатели будут ограничиваться пропускной способностью самого картридера. Так что картридер нужно брать хороший. В противном случае скорость будет очень низкая. Вот как бы и все. С вас, как всегда, лайк и подписка. В комментариях пишите, какими сами пользуетесь карточками и какие считаете лучшими. А у меня все. Всем пока!